Привет, Good Game, с вами снова Брэс. Сейчас мы возьмем интервью у замечательной девочки, которая победила сегодняшний конкурс Miss Gamer у... Miss Аска. Gamer. Аска, да, с никнеймом Аска. Представься, тебя смотрят. Привет, я Юля Коновалова, Аска, я задрот в контер, но люблю Айку. Отлично. А какие у тебя эмоции с того, что ты выиграла? Ну, все клево прошло, 10 ночей я не спала, потому что он плюс 4 по часам в Сибири. Когда сложно было? Я вставала, да, нас толком мы не ели, не спали, постоянно ходили по подиуму, нас учили делать макияж всякое там, тра-та-та-та-та, вот. Ну, вот и итог. Ну, ты довольна результатом? Довольна. Отлично. Ты чему-нибудь совсем новому научилась на этом проекте? Вот прям такого, что раньше не было, а сейчас вот... Да, научилась. Раньше у меня были женские команды, в которых были проблематичные отношения, сплетни, там траливали. Но среди вот этих девчонок, 8 участниц, просто было все шоколадно. Теперь я знаю, как общаться с девушками-геймерами, чтобы было все на зашибись. Отлично. Нас особенно волнует одна девушка. Расскажи нам немножко про Лану, мисс Дота. Лана такой же киберспортсмен, как и я. Правда, моложе меня, ну, в плане киберспорта, но она охрененный чувак, из нее выйдет охрененный капитан. Я желаю ей удачи, потому что знаю, что женская дота только сейчас развивается, и так как она уже наверстывает там мировые позиции, я желаю ей просто огромной удачи. Сама-то в доту играешь? Нет, контер. Ну, вот такая у нас победительница. Всем пока.